Болгарии, в Восточном, в Чехии, в центре, и в Ирландии, в западной края Европейского Союза есть и будет какие-то элементы, которые дают общий, как сказать, возможность узнать, что происходит в Ирландии и в Кении, и в Болгарии. И все эти фестивали, это именно, чтобы преодолеть какие-то барьеры, препятствия или какие-то элементы, которые возникают результатом географических или политических расстояний между нами. Это один из целей, не просто фестиваль диалога, но все мероприятия, которые мы с точки зрения представителя Европейского Союза здесь в России сделали, или это год науки, или это фестивали, или это программы с разными определенными актерами, коммерческими сетями, это чтобы нас стало еще честнее.